Движение казачества на Урале захватывает все большее число людей, желающих посвятить себя защите Отечества, сохранению мира и спокойствия граждан. Чтобы достойно нести вахту по выполнению стоящих перед казачеством задач, необходимы прежде всего такие качества, как сила и выносливость. Проверка казака на прочность происходит во время ежегодных спартакиад, организованных Советом казачьего войска. На спортивные состязания, которые проходили в седьмой раз в городе Пышме, съехался молодой казачий народ со всей округи. Назваться казаком может далеко не каждый. Прежде чем вступить в казаки, необходимо пройти проверку на пригодность, выдержать стаж пребывания в кандидатах, проявив себя с наилучшей стороны. Быть крепким и уметь отстаивать правое дело, охраняя мир и покой граждан. Среди 500 участников спартакиады казаки столицы Сухоложской проявили свои лучшие качества, завоевав в упорной борьбе третье общекомандное место среди остальных 15 команд участников. Спортивная борьба шла весь световой день. Молодежь соревновалась в разборке и сборке автоматов, беге, перетягивании каната, жиме, подъеме тяжести, поднятии штанги и ставила новые личные рекорды. Сборы закончились общим казачьим кругом в честь Дня защитника Отечества. Сами себя проверяем, на что мы способны, как казаки, как защитники Отечества.